Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. У этих людей удивительная интуиция. Их часто посещают пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненные кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Покровительство воинственного бога Марса дает этим людям прекрасные бойцовские качества. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.